Гей-гей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Венера, Forever. Сегодня мы играем аниматроники пугают охранника, VR. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Так, давайте по старой схеме проверим, что все работает. Отлично. Это работает дверь. Это у нас дверь. Работает. Проверяем свет. Свет работает. Блин, этот свет прям зеленый, аж на руки мне бьет. Это очень круто сделано. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите увидеть очень-очень много VR на моем канале, вам надо поставить очень-очень много тысяч лайков. Поэтому все в ваших руках. И давайте теперь будем проверять, как работают у нас камеры. Так. Ой, ребята, я стол беру в руки. Эй, что это? Ты видишь, как я его беру в руки? Так, у нас с левой стороны идет аниматроник, вот она. Ребята, они очень большие. На самом деле это очень стрёмно. Блин, я прям вижу текстуры стекла, это прям очень классно смотрится. Смотри. Идёт, так, идёт. Я успеваю. Отлично, ребята. Все четко. Не смогла. Ребята, очень хочет нас обмануть, очень, но не получится. Так, внимательно смотрим, здесь нету. О, Рокси пришла! Смотрите, как мы хорошо играем. Аниматроник не может нас убить. Это самое лучшее выживание, которое можем мы сделать. Так, пока давайте откроем здесь двери. Чпань, дверь открыта. И здесь. Там тоже, да, открыл? Да-да-да. Ребята, смотрите, что я в руки могу взять. О, я могу сцену, по идее, взять. Беги! Вот она, сзади меня! Быстрей! Дима, давай! А! Замочи! Давай, зак... Фух, ты мне по руке дверью дал! Моя рука! Кстати, ребята, эти двери могут убивать. Надо быть очень внимательным. Ребята, мы сейчас пойдем изучать пиццерию. Посмотрим, что здесь можно вообще в руки брать и что здесь можно делать. Ой, идем на кухню, посмотрим, что там на кухне есть. Ой, она... Ля-ля-ля-ля-ля, так прикольно ругаем выходить можно. Здесь очень темно, очень. Что... Ты видишь это? Слышу аниматроника. Она сзади. Вот она. Тихо. Осторожно. Осторожно. Так, а я могу тарелку взять? Ой, я могу тарелку взять. На. Блин, классно, я могу прям заглядывать здесь так. Блин, какие они здоровые просто. Рэдди, я твой носик. Ай, ты какой маленький, ай, ты какой хорошенький. Ребята, они очень большие. Это я стою и прям руку вытягиваю. Я только смогу на вытянутую руку достать до носа. Ой-ой-ой, нет! Так, ребята, теперь будем очень внимательно играть. Я не хочу проигрывать еще раз. Блин, она очень страшная. Так, смотрим вот по камерам. Ну хорошо, никого нету. Дим, открой левую дверь. А, я слышу! Это луна! Она здесь. Открываем двери. Вот он. Не успел! Смотри, он на ту сторону побежал. Он сейчас будет нас обманывать. Мы должны сейчас затащить по-любому. Быстро! Молодец! А что его там колбасит? Дай я посмотрю, что он там делает. Ты что, ненормальный, что ли? Эй, что с ним? Смотри! Ребята, настроение просто отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и немножечко тоже улыбаетесь. Не нормально, а что с ним? Это он что, нам типа показывает какие-то прикольчики свои? Ла-ла-ла! Пляшет. Так, побежал на ту сторону, давайте посмотрим. Чинкс. Выглядываем. Здесь никого нет? Ой. Кого? Камеры бежите. А ну-ка, можно проверить, эту дверь можно открыть? Да что я ручки могу со всех дверей брать? Это что, нормально вообще? Кого нету? Вон Монти ходит, ребята. Я, пожалуйста, ты его видишь? Ну это же круто. Он руки моет. Я сейчас, короче, нам кое-что принесу в офис. Тебе понравится. Так, ребята, что? Давайте. Что? Ребята, у нас сегодня, короче, поляна. Приходите к нам в пиццерию и будем вместе с вами кушать, отдыхать и наслаждаться жизнью. Как вам столик наш? Что за звук был? Тебя придавило дверью?
Ты сам себя придавил? Нет, я Монти придавил дверью. Молодец! Вот это он такие звуки конченые издает. Идемте еще поисследуем пиццерию. Тихо. Я заблудился. Смотрит. Вот это он большой. Он меня не увидел. Из-за того, что я за угла выглядываю. А, лентиль. Пробежал аниматроник с левой стороны. Быстрее. Он не должен меня увидеть. Вот это он гигантский. Это еще больше аниматроник. Но он дверь не пролезет. Да, он не сможет пролезть. Но мне нравится, что их можно придавить. Это реально круто сделано. Кстати, а что это такое? Это же телевизор, да, вроде бы? А вентилятор можно взять? О! Близняки. Что? Близняки. Да что? Да что такое? Закрывай. Молодец. Так. Возьми кексик. Я иду. Ого, он в этой части большой. Вот это его колбасит. Вот эта луна очень страшная, ребята. Очень страшный аниматроник. Так, открывай с той стороны двери. Лично. Ребята, мы сейчас по-любому затащим. Он сейчас с этой стороны будет. Он идет. Дверь! Есть. Это было очень близко. Так, он нам сейчас тут покажет некоторые трюки и, скорее всего, уйдет. Ух ты, блин, он когда сюда залазит, у меня ноги аж поджимаются. Смотрите, как его можно прямо рассмотреть. Я могу потрогать его пальцы. Кстати, у него нос из дерева сделаны. Именно деревянная как текстура. Вот тут вот трещина у него идет. Блин, он так резко ушел, аж дернулся. Он идет сюда. Быстрей. Молодец. Ребята, он очень нас хочет убить. Но у него не получится. Все, хорошо, мы тащим с тобой. Вот это команда у нас сегодня. Не может аниматроник нас никак замочить. Ну, он убил пару раз, ну, побежал в ту сторону. Кашка, надо закрывать. Так, давай я с этой стороны открою. Я увидел же, что я не успел. Вот так поставил стол. Он теперь не сможет к нам сюда попасть. Давайте мы прям перегородим проход. Давайте проверим, сможет он пройти или нет. Все. Смотри, я забаррикадировал нам проход один. Сломается стол. Не, ну мы проверим сейчас. Все, с этой стороны можно дверь вообще не закрывать, потому что он не пройдет. С той стороны надо чекать. Угу. Ну давай, аниматроник, иди сюда. Где ты, щенок? Смотрите. Он не может пройти. Есть, ребята, это победа. Что ты, не можешь пройти, да? Дима, ты умный. Я умный человек. Все, ребята, можно теперь за эту сторону вообще не переживать. Вот это мы молодцы с тобой. Хорошо играем. Великолепно просто. Так, где он? Он стол удалил. Он стол... Что? Фух, это было близко. Было бы классно, если бы мы его успели придавить. Да. Но это очень рискованно. Да, так, он ушел, можно двери открывать. Так. Схожу в мастерскую, попробую, смогу там какие-то аниматроника взять или нет. Он тебе идет. А я убежал. Он меня не догонит. Где он? Ты видишь его? Прикольно, в темноте глаза светятся. Очень круто сделано. Ну-ка, дай-ка посмотрю. А где она? Она пошла в мастерскую. Идем на картофанчиках с тобой. Тихонечко. Я слышу ее. Очень медленно идем, чтобы не заметила нас. Угу. О, я за колонками запрячусь, буду вот так смотреть на нее. О. Ого, гром и молния на улице, круто сделано. Да она в комнате, наверное, 100%. Вот она идет. Она вышла, тихо. Очень внимательно. Она пошла на кухню. Идет к нам. Угу. Так. Вводим колон. Блин, я испугался, эта музыка включилась. Пошла в туалет. Чего она там будет сейчас делать? Опять дрыщать? Так, давайте посмотрим, что она будет делать. Даже интересно. Так, вон она стоит. Давайте еще последим за ней. Что она там делает? Так. Тихо. Нет!
Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!